Сегодня мы поговорим о необычном отряде млекопитающих. Приматус суицидус. Я хочу, чтобы вы понимали, что это не люди. Это маргиналы, это человеческий мусор. Так называемые самоубийцы весьма охотно разводятся в странах с низкой социальной защищенностью. Особенно растет их популяция в период экономических кризисов. Причины могут быть разные. Психические патологии, социальная неадаптированность, личностные аномалии, депрессии, травмы, что угодно. У меня, например, типичный маниакально-депрессивный психоз. Для реализации своей маниакальной затеи эти гомо-бестолковос облюбовали крыши высотных зданий, железнодорожные платформы, мосты, реки и водоемы. Они тянут в рот разную вредную гадость. Не чокаясь. Любят играться огнестрельным. Они же хотят, чтобы их это... Нет, сами-сами! А также колющим, рубящим, режущим, холодным и даже очень холодным оружием. Может быть, нам просто лучше застрелиться? Обычно самоубийцы и самцы, и самочки – одиночки. Но иногда они сбиваются в весьма бесшабашные стайки. Об одной такой стайке смешных и симпатичных самоубийц мы вам и хотим рассказать. Путешествие в их загадочный мир, полный всяких нелепостей и непредсказуемых сюжетных поворотов, мы с вами, юные натуралисты, совершим вместе 1 марта. Мама! Короче, мы так и не узнали, из-за чего Анатолий хотел